Всем привет! Добро пожаловать на канал Blinks House. И сегодня мы официально подведем итоги конкурса на альбом Blackpink The Album. На самом деле итоги были уже на прошлой неделе. Но альбом победительницы пришел только сейчас. Так что сейчас вы увидите, кто победил, а также увидите сам альбом. Но и тем, кто не победил, я думаю, не стоит расстраиваться, ведь в будущем нас ждет еще очень много конкурсов. Возможно, будет даже разыгрываться Light Stick Blackpink. Так что не отписывайтесь и ждите больше самого хорошего контента. Для начала я зашел в Google и нашел генератор рандомных чисел. Ввел с 1 до 150, так как тогда было 150 комментариев. Мне выпало число 134. Далее я зашел в YouTube и начал считать. Я правда очень долго считал по несколько раз. Это было довольно тяжело. Но я все-таки нашел победительницу и отправил ей сообщение о выигрыше. Далее, через довольно долгое время, она мне ответила со своим инстаграмом. У нее был закрытый аккаунт, поэтому я кинул ей запрос на подписку. Через время она его приняла, и я ей написал. Переписку вы сейчас можете прочитать. К сожалению, я не могу вам показать все ее данные, и мы также довольно долго обсуждали все, что нужно, но я сократил переписку. Далее я ей написал, когда был отправлен альбом. Ну, и написал уже на следующей неделе, что завтра будет альбом. Далее, уже сегодня, ей пришел альбом. Она его получила и отправила много фотографий с ним. Давайте вместе порадуемся за победительницу. Мы ведь самая дружная и добрая семья Блинков. Ну а сейчас мы подошли к концу этого видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться, а также оставить коммент. Я, конечно, не забуду вам раздавать сердечки. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!